я здесь 40 лет. Раньше, чем вы родились, наверное. Да. Как вы сюда приехали? На самолете. Я приехал сюда из Одессы, мне было 17 лет. И всю жизнь я в обуви, я делал новую обувь в Одессе. И здесь работал тоже новую, а потом пришел, купил эту мастерскую у грека. Его имя было тоже Сэм, и мы оставили вывеску тоже самую. Сэм Кригер. Кригер — это война. Да, на каком языке? Ты закрой свой рот, это видишь, он ненормальный. Кто? Кто этот человек? Познакомьте нас с ним. Это человек? Лучше бы я его не знал. Вот мой друг, 20 лет мы уже с ним. Майкл Шар, Миша. Я ювелир. А как вам вместе работается? Вы часто ругаетесь? Через день, по крайней мере. Серьезно? Да. Прям вот. И тут же миримся. Вот, видите, касса? Кассе 150 лет. Здесь все, где я был, во Франции, в Италии, Унгария, Словения, Киев. All right. Thank you. Я живу в Нью-Джерси сам. Женатый я 42 года с одной женой. Уже можно было отсидеть срок, как говорится. Дочка, сын, внуки. У меня свой дом, бассейн, сауна. Работаю тяжело, но все, слава богу. Жизнь удалась. Я с президентом Израиля бывшим. К нам приходит. Моя клиентка была Трампа жена, Марла Мейплс, Стинг. Я ему делал ковбойские сапоги. Они приносили. Я делаю Шварценеггеру тоже. Вот сейчас новый мой клиент играл в Godfather кино. С русской миссии приходит очень много клиентов ко мне. Я делал туфлю Лаврову. Мой клиент был Роджер Уотерс, Пинк Флойд. Он здесь живет недалеко. Меня знает. Репутация? Золотые руки. Руки золотые, мозги пластмассовые. С какой обувью вы работаете в основном? Louis Vuitton, Prada. Разные дорогие обуви. Иногда дешевые, иногда дорогие. Приносят просто разбитые. И я полностью перетягиваю и делаю как новую. Почему они новые не купят сейчас? Им очень удобно. Когда это как главс, как перчатка одеваешь, и они не хотят ее выкидывать, и поэтому они чинят. Вот, дорогие туфли, надо почистить, наложить кожу, все это убрать. Да, а есть вот клиенты такие капризные, которым что-то не нравится всегда? Без этого не бывает. Даже если хорошо сделаешь, они могут прицепиться, но я уже столько лет, я уже отработал, я уже каждого вижу человека, когда приходит, что он будет, и у меня как рентген. На руки смотрю, или на какую обувь он сосит, и сразу скажу, кто по национальности. $15 more. Okay. Thank you. Как раз говорила, что да, девушки часто в решетки в Нью-Йорке попадают. Да, это наш конек. Конек? Когда попадает, я чиню и делаю как новый. Особенно мне нравится, когда собаки кусают туфли. Собака — это best shoemaker friend. Сейчас вы видите мои золотые руки. Это больная женщина. А у нее одна нога короче, чем вторая. А. Теперь я должен набрать, чтобы она могла ходить. Give me now $20. No problem, I got it. Comprende, comprende. Senora, triple X movies. Isaac, you have to smile, it's gonna be in the movie. You're in the movies? You're in the movie. We're making comedy movie. Он родился в Турции, но когда он был ребенком, они уехали в Израиль. When you Jerusalem, were... Jerusalem. Пил много такси. Такси упали в цене, потерял 40 миллионов. I used to be a millionaire. I was worth $30-40 million of that. Сейчас ничего не стоит. Сколько у него было? 30 миллионов. Вот сейчас будет человек, его надо снимать. Русский, который никогда не был в России, который очень хорошо говорит по-русски с таким, как царский акцент. Я очень мало говорю сейчас. Но, так что я кое-что забыл, но... Мама была русская. Но вы родились в Англии, по-моему, что-то. Нет. А здесь именно? Здесь. У вас такие интересные люди заходят, о чем да? Вы говорите? Это же интересный район. Там вообще прям как кино какое-то. Это только хочешь... начало, кино еще будет. Лалик, Джан! А ты знаешь слова? Да?
ла-ла-ла, ой-ла-ла, ой-ла-ла.